Здесь вот на этом перекрестке раньше были малоэтажные, двухэтажные, трехэтажные дома. Вот с этой стороны два дома, с той стороны домик был. Старые дома в самом центре Алматы разрушили. Построить новые высотки не успели, помешал кризис. Так появились несколько парков с детскими аттракционами. Но даже это не радует художника Арстанбека Шалбаева. Он с грустью вспоминает Алмату в своей молодости и никак не привыкнет к новостройкам, которые все-таки успели высоко подняться над утопающими в зелень домиками. Одна часть города, один район, да, центр, она резко отличается от других районов, таких спальных районов. И мне хотелось, чтобы вот не было такой застройки, да, вместо старых домов, которые сносятся. Я не люблю, когда вот впихивают туда большие дома, большие жилые дома, которые вообще не смотрятся в ансамбле с другими домами, с рядом стоящими домами. Бродвей – неделька-театралка. Для Бахтияра Албани это больше, чем просто название проспекта Фонтана-кафе. Это его молодость. «Меня лишили части моего личного пространства», – говорит коренной алматинец, гуляя по таким знакомым и уже таким чужим уголкам своего некогда живого доброго города. Дома. Вот разве можно такие дома облеплять вот всякой дребеденью, вот такой, как вот эти вот крылечки всякие? Ну, какая-то фигня торчит с зеленой двери. Там еще что-то. Это архитекторы, которые, по-видимому, мотивируются только личными своими интересами через карман. И таким образом наш этот ГАСК, он разрешает все, что угодно. У нас изуродован весь город. Защитить старый город и строить новый в гармонии – вот идея архитектора Сергея Мартиньянова. Я влетел сюда 12 лет спустя, после того, как я работал здесь, в Астане и в Алмате. Я увидел, что гадкие предприниматели уже застраивают пригорье. Сегодня строение этих частных коттеджей, каких-то частных вилл, каких-то найт-клубах, ресторанов, гостиниц и так далее, это уже залезает за природу города. Мануэль Нуньес-Яновский 12 лет не был в Алматы. С ужасом открывает по-новому для себя южную столицу. Здесь стало неуютно и даже трудно дышать. И дело вовсе не в выхлопных газах автотранспорта. Алмата в Казахстане – это такой же Париж для Франции. Вот никто не додумается Париж перелопачивать, начинать там это сносить, исторические данные, только потому что там козырек потрескался. Ну просто не додумается. Поэтому мы, когда говорим, что в Алмате центр надо хранить, такой Алматы в Казахстане больше нет. Вообще надо забыть, когда вот мы этот мы потеряем, снесем, а вот там где-то новый сделаем. Чтобы сохранить архитектурное наследие города, нужно объединяться, громко говорить о проблеме, считает архитектор Сергей Мартиньянов. Он вспоминает пример Европы, где люди встают на защиту исторических памятников. Он уверен, в старом центре живет душа Алматы.